Даже на большом и грозном колоколе может спать бабочка. Поэтому нечему удивляться, когда нити судьбы сплетают клубок событий, который сводит в восьмиугольнике двух мастеров кардинально разных стилей и философий. Привет, яркоперые тиранозавры! Вы на канале Muay Thai CK, я Федорович. Покажу вам реальный бой, который прошел на одном из китайских турниров по боям без правил, в котором сошлись мастер Вин Чун в белых одеждах и боец ММА в черных. Один гнилой персик испортит ящик хороших. Также и в боевых искусствах. Один полуалканавт после литры саке объявит себя мастером и вызовет на бой бойца. Потом получит по шее, и все уже говорят, что кунг-фу это фуфло. Но лягушка, сидящая на краю пруда, не видит болота, а наблюдает за прекрасной бабочкой и светлячком, которыми хочет позавтракать. Так же и нам. Не нужно судить о всем единоборстве по одному представителю, а нужно смотреть на лучших воинов, которые дерутся в реальных боях. Тем временем мастер Вин Чун довольно хорошо пробивает ногами, делая то стопорящие удары в бедро, то лоу-кики. Но одна ласточка лето не делает, поэтому для победы придется постараться и пойти на более серьезные атаки. А наш боец ММА работает только руками и даже не пытается делать проходы в ноги. Наверное, базовый боксер, но с таким высоким мастером ему будет сложно боксировать руками. Это случилось! Честь Вин Чун восстановлена. Как скорпион, пронзающий нерадивого жука, мастер всандалил правый боковой и послал бойца ММА на канвас, поставив жирную точку в этом противостоянии. Конечно, вы можете сказать, где же тут Вин Чун? Он рубился как обычный боец-ударник. Но вы просто плохо рассмотрели его стойку. Это не бутылка за прилавком, ее не спрячешь. Конечно, он не бил бешеные серии прямых и не бежал вперед, как делают все представители этого стиля. Но вы же понимаете, что соловей среди ворон песни петь не будет. Поэтому боец, участвующий в турнире по ММА, адаптирует свою технику и делает выводы. Как вам бой и умения мастера? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.